Всех приветствую, друзья! С вами Джокер. Вы на канале Джокер Кипиш, игра у нас Clash of Kings. Прошли, ребята, у нас войны, КВК, началась новая неделя. И, ребят, пришло время сделать ролик о базовой атаке лучников. Прошу вас, ребят, подписаться на мой канал, поставить лайк или дизлайк видео. Также, ребят, все ссылочки в описании под данным роликом. И, ребят, буду очень признателен, если вы подпишетесь на мой второй канал, Пазеанс. Я там хочу как можно скорее собрать 1000 подписчиков. Очень надеюсь на вашу помощь, ребят. Итак, начну, ребят, я с чего вам. Сразу скажу, что в драконах базовой атаки нету. Можете туда не смотреть. Именно лучников. В чуде цивилизации тоже базовой атаки нету. В зданиях, в расширениях зданий тоже базовой атаки вообще нигде нету. Кстати, сегодня, ребят, я улучшил на максимум свое чудо. Получил 5% всеобщего здоровья. Продолжаем, ребят. Дальше. Где же у нас все-таки имеется база? Начнем мы ее с героев. Итак, у нас имеется в Короле Артура база. В способностях егошних. Вот здесь по ветке лучников у нас лежит с вами базовая атака стрелков 6%. Это, ребята, кстати, много очень. Вот, больше в Короле Артуре нету базы. Если что, вы знаете, что Король Артур это лучниковый пехотный герой. Лучше на пехоте, но может и лучниками играть. Идем дальше, ребят. Секунду. Так, идем дальше, друзья. Следующий у нас, ребят, герой лучников это Стрела Бога Любви. Здесь у нее базы нигде нету, абсолютно. Но есть вот в этом амулете база лучников. В доп. Атрибутах можно поймать. Но я сам не видел, но ребята говорят, что у них бывало. Так. Про этого героя все, ребят. Дальше все. Вот старые герои у нас, допустим, скиталец, тут тоже никакой базы не имеется. Следующий у нас герой Дио. У Дио есть база. База имеется в самом начале в навыке 1%. Также в самом низу вот здесь имеется 3% базы. Соответственно, в навыках у нас 4% базы есть у Дио. Дальше у него еще есть здесь навыки. По достижению третьей звезды вы получаете навык Тень Охоты постоянный. И вы получаете 3% базовой атаки стрелков. А также при достижении каждого уровня повышается еще на 1. Тут 10 уровней, соответственно, 10% базы вы можете для себя приобрести. Все, друзья, в героях больше нигде нету базовой атаки. Можете даже, ну, не смотреть. А если я что-то потерял, ребят, каким-то чудом, обязательно пишите, чтобы я знал сам. В принципе, я все проверил и ничего больше не нашел. Так, в расширениях здесь у нас никаких баз нету за героев. Дальше, ребят, идем в науке. В науке в игре, в принципе, нету нигде базы. Можете даже тоже не искать. Ни в науках, там, ни в молитвах, ничего в таких вещах нигде не имеется. В кристаллах тоже база не имеется. Дальше, ребят, базовая атака у нас находится в сапогах Архангела. Также имеется она в сапогах 30 уровня обычных вещей и в Арктике. Но нам актуален, я считаю, только Архангел. Сапожки смотрим. Вот. В таких сапогах тут видите и базовая защита, и базовая атака сразу же имеется. Вот у меня на одном сапоге есть базовая атака стрелков. Здесь вы можете поймать три атрибута. На максимум сделать. Если на плюс 10 улучшите, то будет 4%. Тут можно 22%, ребят, наколдовать, если все на максимум. Это только со штанов, друзья. Это, в принципе, уже немало. Вот. Все. Больше в снаряге, ребят, нигде нету базовой атаки. Ни в какой других вещах. Дальше. Базовая атака у нас имеется еще в камнях, которые оставляются в доспехе. Соответственно, вы можете ставить два камня еще туда. Вот у меня тут имеется. Это орудие осадное. Это не то, ребят. Вот у меня есть базовая атака стрелков. 3% рыжиками. Золотой дает 3,8. Соответственно, это 7,5% примерно.
На максимум. Вот читайте тоже для себя сразу же. Больше в камушках тоже нигде нету. Ни всеобщей базовой атаки, ничего подобного. Только вот эти камни. Они, кстати, вставляются, ребят, у нас также в сапоги, если что. Так, дальше, ребят, у нас расширение фонтана. В самом низу у нас при получении 99 уровня вы получаете базовую атаку стрелков. Тоже не слабо так, ну до него еще надо дойти. Так. И дальше на закуску у нас, ребят, строй. Со строем тоже все самое, как и с другими видами армии. Восьмой и седьмой строй дает нам базовую атаку. Максимально здесь можно поймать 3%. У меня здесь есть и базовая защита, и базовая атака. Вот вы видите, да? Раз, два, три. Вот. В принципе, это все, друзья. В игре больше ничего нету на базу навыков героев. Можете не смотреть, тоже они не работают. Но, допустим, если у вас на снаряжении лорда есть база, да, когда вы вот этот навык применяете, плюс 3%, вы можете хапнуть примерно 1% базы лучников. Вот такой вот, ребят, обзорчик. В принципе, больше ничего вам сказать по ней не могу. Ее мало, сложно добывается, но очень эффективно, ребят, работает. Секундочку, пишут. Так, все, я с вами. Сейчас еще раз все проверил, пробежался. В графемах тоже, ребят, нигде базы не имеется. В храме цивилизации базы также нету, к сожалению. В магии также ее нету. Возможно, кстати, в питомцах, но я пока не нашел. Там для получения как высших уровней, возможно, что-то и будет. Какая-то базовая атака. Но пока это, ребят, все, что мы имеем. У нас, я так понял, ралли намечается. Уже все. Уже не намечается. Следующее, ребят, видео будет о базовой атаке телеги. В принципе, оно... Нет, хотя, ребят, там и в драконах есть, там поинтереснее. И базы можно побольше сделать. Получается, у нас, ребят, лучник это единственный вид армии, который... Ну, на нем меньше всего можно базу собрать. На пехоте мы знаем сколько, да. Можем, много где можно добыть. На кавалерии также много где имеется. А вот стрелки, они как-то, ну, маловато. Маловато в этом плане. И за снаряжение никакого нету, там за парные ничего не имеется. Хотя, так, набор один. По одному набору, ребят, у меня есть для вас уже для самих вопросы. Так. Это не то. Так, подождите, друзья. Так, где-то у меня был набор. А, вот он. Всеобщая атака. Так, базовая атака стрелков. Опа. Опаньки, ребят. Это на синем-то наборе, да, столько? Ой. Базовая атака стрелка здесь уже 6-1. Это синий, ребят. На золотом я не знаю сколько. На золотом вообще жесть будет. Полнейшая просто. Еще и в шмотках, возможно, имеется. У меня, друзья, просьба для вас есть. Может, у вас у кого-то золотые вещи имеются, да, кому-то что-то выпало, напишите мне, пожалуйста. Но вот этот, эта снаряга, это просто чит снаряга. Раньше было такое событие, называлось оно «Битва повелителей». Так вот, там за победы давались вот это снаряжение. И у старых топовых замков, типа как там BK1, по-любому, я думаю, оно есть. И эти замки вообще, ну, в недосягаемости для нас. Там тупо лучниковые звери, еще и лимит похода добавляют. Базовая атака 6-1 на синем. Я представляю, что там 15 будет на золоте. А если она еще и на лорда надевается, или, ребят, дайте-ка гляну.
понял. Так, еще секунду. Так, шлем. Тут еще и урон при нападении валяется на нем. А, еще и на лодыре, ребят, надевается. Все, это вообще космос просто нереальный. Вы прикиньте, такой набор на плюс 10 на лорда золотой и на героя. Сколько у вас базы будет лучника? Я просто боюсь представить, что вы сможете сделать вообще со всеми в этой игре. Но где его взять? Вот в чем вопрос. Ой, вот так вот, друзья. Такое видео. Пишите, ребят, свое мнение обязательно. Мне реально интересно. Тут чувствуется, что база-то под сотку будет. Не хочу считать, расстраиваться, потому что со мной, не знаю. Но очень вас прошу, ребят, если у вас имеется это снаряжение, хотя бы одна вещь золотая, да, там, или другие вещи, пожалуйста, скриншотик мне в WhatsApp пришлите, посмотреть мне самое интересное. А на этом все, друзья. Надеюсь на вашу поддержку за мои старания. Все, всем пока. С вами был Джокер. Удачи.